Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Darkness 2. Похоже, что это одна из последних серий, потому что мы направляемся разбираться с нашими врагами в гостиницу Астория или в забегаловку Астория. Но как бы там ни было, мы идем в одиночку разбираться с ними. Нам нужно освободить Дженни. У тьмы. Дженни и я были разбиты, но она всегда нашла способ провести время. Один раз для моего дня. She snuck us into a roller rink. Some kid was having a party, and it was so big, they didn't notice a little girl helping herself to some cake and some presents. All for me. Best birthday I ever had. She snuck us into movie theaters, conned our way into bars, whatever. And whenever we got busted, she was just as good at getting us out as she was getting us in. She could con her way out of anything. But I should have known. Luck like that can't last forever. That asshole better have been telling the truth. Так, нам похоже вон туда, куда-то в те края. Кстати говоря, кто играл в GTA, допустим, 4, должен узнать характерную местность такой. Там она около местного Брайтона, как он там назывался в GTA 4. Это не важно. Jackie, over here. Jenny? Jenny, wait! Come on, I want to show you something. This isn't real. You're not real. Hey, Rapids. I know how we can get inside without pain. But I want it to be real. It deceives you. Hey, we should sneak into the freak show. Promise you won't get scared. Always knew I'd have a good time, didn't you, Jenny? I'm coming for you, baby. Just hold on. Хорошо. Вроде спокойно, да? Ну, судя по тому, что тут вот эта всякая шняга лежит. Тихо, ты что делаешь? Освободи картину. Эу. Сейчас нам придется драться, судя по всему. Да, заброшенный уже давным-давно, похоже, парк. Хотят меня слоупоком вызывать. То Меган в Deus Ex. О мой бог, ты должен видеть это место. So, are you gonna win me a prize, Ratface? I just love that big blue bear. It's so grumpy. It reminds me of you. Jackie, are you okay? What's wrong? Come on, kid. I ain't got all day. You in or what? Can you win me that big blue one? Pretty please? Win me a prize and I'll tell you a secret. But don't get any ideas. Huh. Nice job, Rambo. Эй. Wow, Jackie, you're really good at this. Лудок. Бляха. Oh my god, I think you're gonna do it. Я не могу в нее попасть. One lucky winner. Here you go, kid. Ну, синего я не смог выиграть. Hey, that's not fair. I wanted the big blue one. Не смог. You want a big prize, you gotta keep winning, Toots. Step right up. Step right up. Everyone a winner.
Win more to win bigger prizes. Jenny, I gotta go. Jenny, I... What's the matter, Jackie? You look a little distracted. Over here, Jackie. Over here. Ага. Поперло, похоже. Blind his face. Оп! И нет головы. Да что с вами, мать ваша, такое? Так. Где он может быть? Охренеть. Вы еще и телепортируете, что ли? Ой, блин. Ой. В этой игре все неплохо, но перестрелки — это какой-то кошмар, я извиняюсь. Это... Блин, ну неинтересно совершенно. Их слишком много, и они все затянуты. Ладно, не буду жаловаться. Еще один отбегался. Надо, по-моему, начинать фонари расстреливать. Иначе что хорошего у нас не получится в итоге. Падай ты, мать твою, за ногу. Так, надо отступать, это плохо кончится. Готов. Так, похоже, у него не особо подействовало. А по крайней мере, у нас появился шанс пройти сюда. Так, очередной какой-то секретик нашли. Сами того не желая. Ну да ладно. Дают бери, как говорится. Бьют беги. Так, короче говоря. Хватит уже. Дай-ка мне патронов. Патроны. Теперь-то заживем. С патронами это все, конечно, получше. Будет проходить. Бляха. О,
плохо, сколько вас там, ёлы-палы. Это плохо кончится. Надо отступить. Так, отлично. Отлично. Иди сюда. Нормально. Пойдет для сельской местности. Еще прилег. Давай кончитесь, нет, мать вашу. Да, блин, столб его впечатал. Тихо, ничего, подождут, никуда не денутся. Какого-нибудь газового баллона нет? А, во, вот отличная штука, как раз то, что мне нужно. Сейчас мы вас порадуем, ребятушки. Хорошо. АКМ, а у меня дробовик. АКМ будет получше, пожалуй. Опять смотри. Так. Что я делаю? Я ищу. А, вот что я ищу. Все понятно. Так, ладно. Что дальше? Вот он что. Так, секунду. Сколько-то у нас. Пардон. Меня отвлекли тут маленько. Все хорошо, где еще фонарик? Так, хорошо. Так, иди сюда. Сколько я в тебя уже пулю выпустил? Штук 10? А ты все стоишь. Так не бывает. Ладно. Как бы там ни было, мы ж могли. Да нет. УМП пока что мне нравится больше всего. Давайте вылезайте, пока у меня тут. Во, очень удачно. Хорошо. Один фарш остался. Так. Тут, как я понял, лучше заранее зачищать все, потому что ничего в итоге от хорошего не получится. А это что за херч? Ну давай.
Так. Так. Там у них какой-то прожектор. А, это ты. Минус один. Не беги, дорогой, не надо. Трусло. Ух. Подкрепились, малёха. Ну, видите, да, про что я говорю? То есть, мало сюжета, много экшена. Экшен неплохой. Но не скажешь, что прям очень уж хороший. Да мать твою за ногу. Но первую часть мы любили отнюдь не за экшен. И на одном экшене вперед, я бы сказал, не уедешь. Так, хорошо. Патрончики. Калаш, он, конечно, предпочтительней. Так, сейчас мы приобретем последнее умение в данной ветке. Темная броня. Вот, хорошо. Значит, 665. А на них мы купим в следующий раз рой. Я бы не сказал, что, конечно, я хочу его брать, но ладно. Вы видите, да, у меня теперь руки какие в темноте. Так, ладно, куда идем? Все хорошо, но куда идти? Но он показывает туда, значит, все-таки туда куда-то. А, понятно. Что, вниз прыгать? А, ну да, тут закрыто же было, да-да-да. Что-то сдается мне, что на меня сейчас очередную порцию врагов вывалят. Это типа арены какой-то. Очень похоже на арену какой-то локации. Вот, скажем, отсюда, нет? Big prizes! Big prizes! Play big to win big! Here you go! Jenny, I can't do this right now. I promise I'll tell you that secret. Here you go, kid! How could you refuse an offer like that from such a pretty girl? Win here and trade up to the big prize! Ну, что мне остается? Давайте попробуем. Good luck, kid! Play big to win big! We're rooting for you! Who knew you were so good with a gun? Да уж, кто бы знал. Wow, you could make a career out of this. Подожди, его нельзя было убивать, что ли? Так, спокойно. Come on, how hard could it be? Дженни, не отвлекай. Bullseye. Why do I get the feeling you've done this before? Woo! Way to go, rat face! Who knew you were so good with a gun? Да, на мушке-то было бы удобнее, по-моему. You can do this! Да не успел я уже. You did it! Oh my god! А, смог? I can't believe it! При том, что я так коряво все сделал. Big winner, big winner. Way to go, kid. Step right up to claim the big prize. Hey, Ratface. Remember that secret I was gonna tell you? I love you, Jackie Estacado. Переводчики написали, это лишь иллюзия, когда она сказала, что она нас любит. Переводчики, мать их за ногу. Так, ну начинается, как я и говорил. Так, давайте долбаните меня фонариком, чё же вы. С
своих традициях. Готов. Ну, давай. Тихо, опасно. Так, сейчас он сам придет сюда. А стекла пули непробиваемые, да? Отлично. Что может быть надежнее деревянной полустеклянной кабинки в качестве укрытия? Да дохни ты, ёлы-палы, сколько я в тебя пуль уже выпустил. Так, надо маленько переждать. Что-то мне со здоровьем плоховато. Готов. Так, надо патрончиков где-то набанчить. Так. Или хотя бы вот так. Так, заколебали уже. Ну что ты опять? Меня убьют сейчас. Там что освещено было? Блин, тут не поймешь, где освещено, где не освещено. Уф, придется по новому все делать. Как же меня это начинает, блин. Ладно. Ну вы поняли. Хорошо. Дай патронов. Так, там идет этот с кнутом. Сейчас он подойдет поближе, и мы его работаем. Давай. Давай к нам патроны. Шо? Давай. Иди сюда, дорогой. И все равно ушел, смотри. Я ж думал, теперь ты никуда не денешься. Так, еще есть, нет? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как все это подло со спины внезапно так, а? Давай, давай, все. Мы ж могли. Так, самое главное, мы успели. Ладно, с этим мы уж справимся. А где еще фонарик? Который вот сюда вот светит. Тут со светом все не так очевидно, как там было. Где-то освещает, где-то не освещает. Ой, там кто-то... Тихо. Берем пока всякую шнягу ненужную. Дают, берем. Перелет. Давайте, давай. Ой, блин, сколько вас там. Так, ну чё, это когда-нибудь закончится, нет, или мне еще 10 минут убивать непонятных врагов? Целый рожок выпускаешь, прежде чем сдохнуть. Это капец, по-моему.
Да твою мать. Дайте лучше мне патроны, чем гадости делать. Да твою мать, ну чё там опять кто с фонариком, а? Ох. Не, ну теперь я точно могу сказать, что... несмотря на то, что вначале было интересно стрелять, введя в игру таких неинтересных противников, они эту часть просто натурально просрали. Эта часть геймплея, по-моему, просто провал. Вот смотрите, я уже 10 минут воюю с врагами, это абсолютно не прикольно. Просто я хочу узнать, что же было дальше. Сюжет пока что движется. Успокойся, ты слышишь? Вот это вот, никакие ворота, по-моему. Ох. Чё, теперь еще 10 врагов у меня вывалить? Пора бы заканчивать, нет? Фу, так. Ладно, пошли. Вроде закончилось. Но надоели уже натурально своими перестрелками однообразными. Я в свое время первый Uncharted чуть не забросил из-за этого же, потому что там слишком много перестрелок. То есть сюжет, конечно, там очень крутой, но, блин. Во второй части как-то полегче стало. Отлично. Пуля непробиваемая, решеточка алюминиевая. Конечно же, патроны ее не прошибут из такого крупнокалиберного пистолета. Ой. Так, что мне еще тут за... Тут мне, в принципе, больше ничего не надо. Давайте Рой попробуем. Джеки Эстенкар. What a pleasant surprise. Have you finally come to your senses? А, еще один серьезный минус игры — это неинтересная абсолютно локация. То есть стройки, склады какие-то. Глазу зацепиться нет что. Первую часть с этим было гораздо получше. Хотя она тоже не блистала, надо сказать. Но, по крайней мере, какое-то разнообразие там было. А тут опять зарешечённое все. Он что, еще шевелишься, что ли? Терминаторы, мать вашу. Ой, сколько вас можно решетить-то уже, а? Я вам покажу, бляха, муха. Забрали уже, мать вашу. Так, Кольт Кобра. Так, мы возьмем, что там у тебя. Ладно, лучше тебя где-то поносим с собой, короче говоря. Карабин. Ну ладно. Ловите туда. Давайте, кидайте на меня 50 врагов с фонариками. Как вы любите.
Там нас что, Джокер ждёт, что ли? Так, и как нам пробраться? Как-то вот так похоже. Или нет? Ну давай, куда ты убежал? Чё там? О, молодца! Давай сюда. Выбьем ему зубы. Так, я пролез тут, нет? What's the matter, Jackie? Don't know where you're going? Вашу мать, мы со своими фонарями уже достали просто. Ты успокойся, слышь. Давай, рожай. Ой, заколебали. Но почему тут после каждого действия на тебя вываливают просто кучу врагов? После каждого мало-мальски осмысленного действия. Иначе как затягиванием игры я это назвать не могу. Видимо, разработчики понимали, что у них очень короткий получился сюжет. И если сделать все чисто так, как было бы сделать нормально, то есть сделать нормальную игру, насыщенную событиями, то это было бы где-то, наверное, часа до полтора. Поэтому они решили напихать в игру кучу врагов и таким образом увеличить продолжительность прохождения сюжетной кампании раза эдак в три. Могу сказать, что если бы вот тут не эти бесконечные глупые перестрелки, все было бы гораздо более интересно. Но именно вот эти вот перестрелки, соответственно, интерес во многом и убивают. А, ну да, пуль не пробиваем же у нас тут все. Опять пуль не пробиваем. Да что ж такое? Так, патронов у меня нет. Это прекрасно. Твою мать. Да вы издеваетесь, что ли? А? Убьют и не спросят. А, бляха-муха. Дерьмо. Ладно, сейчас справимся. Так, патроны в этот раз есть. Ну, давайте попробуем что-нибудь сделать, что ли. Давай, иди сюда. Может, ты там что сможешь натворить? А, ну да, понятно. Понятно, что ты там сможешь натворить. Дохни, мать твою, за ногу. С патронами все. Так, все, пошли, пошли, хорошо. Давай, иди ко мне. Давай. Почему я должен тебя атаковать? Ты ко мне иди. Хоть так. Иди ко мне, уважаемый.
Вон сколько вас тут. Ну, замечательно. Я хочу побить тех людей, которые придумали таких врагов. Они не сложные, они раздражающие. Так вроде в прошлый раз пуль непробиваемая была решетка, не? Так, что, долго есть что-то топтаться тут, нет? Сюда болезнь. Наберите его. Хорошо. Так, возьмем патрончики. Так, неужто мы куда-то дальше прошли? Замечательно. Подожди. Халфмен. Так, что еще мне нужно? Мне, в принципе, уже ничего не нужно. Давайте как-то оружие, что ли, усилим. Допустим. Так. А, по-любому нужно это приобретать, да? А, у меня что-то еще ничего не куплено. Давайте потихоньку закупать. Готов. Давай, иди сюда. А, лампа, я так понимаю, опять. Того самого. Ой. Давай, атакуй меня. А что с тобой, мать твою, такое? Что происходит? А, я его типа убил. Так, ну чё, у нас будет что-нибудь происходить? Мне не интересно убивать этих врагов ни капли, я честно скажу. Более того, меня это раздражает. Поэтому давайте уже как-то по сюжету двигаться. Я не знаю, вы меня заколебали уже просто. Так, нет, отсюда пришел. Куда нам? Уф, а вот туда, видимо. Опять найдите генератор, чтобы отключить свет на крыше. Так, отступаем. Одного, по крайней мере, определили. Уже хорошо. Генератор где-то там. Или где-то там. Ладно, вы атаковать будете, уважаемые? Еще есть? Еще кто-то есть, я слышу. А, блин. Блин, как определить грань, где можно носить, где нельзя? Вот, допустим, вот тут вроде бы такое же освещение, и все нормально. И тут вроде нормально.
хрен поймешь, короче. Да не то я хотел. Ну ладно, хрен с ним. Так. Что дальше? Ох, твою мать. Did you really think that would work? Take him apart, brothers! Так, один готов. Второй готов. Так. А, он мертв уже. Давай, дохни уже. Видите, да, мы по этой локации уже бегаем полчаса, просто круги нарезаем. Где ты? Ох, твою мать, да вы издеваетесь, что ли? Охренеть. Ладно. По-моему, это просто бред какой-то. Вот последняя серия, это ничего хорошего. Ничего хорошего. Просто без каких-либо проблесков. Но. Где ты? Ну, допустим. А вы, я так понимаю, пока я не спущусь, выбегать оттуда не будете, заскриптованные вы мои. Так, нужно на... Да, блин. Нужно найти место побезопаснее. Так, берем EMP. Теперь я хочу взять вот это. Мать твою за ногу. Полный рожок ушел. Отлично. Так. Куда идти? Найти еще более мощную взрывчатку. Ну, в принципе, это, я думаю, будет достаточно мощная взрывчатка. Пас. Хорошо. Хорошо. Еще. Еще. Thank you.
А вы задрали уже. Давайте, карусель бесплатный сеанс. Да тут-то кто? О, блин. Я тебя телепортирую сейчас. Фу. Так, и чё? Так, ну просто открыть, я так понимаю, тоже не получится. Надо будет обойти весь уровень по 50 раз тремя кругами. Ну да. Я почти угадал. По-моему, этого будет достаточно, да? Хорошо. Так, ну ладно, что, на этом мы завершим эту серию. Она и так вот уже у нас подзадержалась. В следующий пойдем туда внутрь. Возможно, она будет последней. Как бы там ни было, узнаем в следующей серии. Но пока что это все. Это было монотонно, однообразно и скучно. В последней серии 2 игра меня разочаровывает своим снулым геймплеем. Ну да ладно. Определенные светлые моменты типа этого тут присутствуют. Как бы там ни было, увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока.